Мы обещали вам, что будем ходить в гости к интересным жителям города Артема. И сегодня мы в семье Комлевых. Итак, это программа «Воскресный чай» и я, Виктория Летита. Кто мечтает стать модельером? Кто самый веселый? Кто играет на баяне, а кто на скрипке? Об этом и многом другом вы узнаете из программы «Воскресный чай» в гостях у семьи Комлевых. Кто вот сказал, вот я, мое слово крепкое? Нет, есть одно мнение, верное, оно мое. Ну, верное, оно мое, это, конечно, мое, но по большей части и в основной массе мы всегда принимаем решения совместно. Воскресенье, 18 августа в 10 утра.